Да, сейчас вот такая ситуация. То, что мы уже отрабатываем. Смотрите, вот оно. В том случае, если я обычно как, стараемся отключить заднюю ручку тоже. Вот. И так легче тогда уже разъединять руки, ну и вообще. Если вот эта рука ушла, я не могу ее отключить, вот он уходит, да. Оп, сразу. Отключаем эту ручку и делаем ущемление. Делаем в эту сторону ущемление. Если в другую сторону, то же самое. Давай. Вот он мои ноги сбрасывает. Сразу накрываем его руку ногой. Эту... Лучевая кость. Вот эту лучевую кость на себя натягиваем, на ручку кладем, и все, вот оно ущемление, понятно, да? Если бывает, смотрите, если бывает, уходи, вот он, рука, если выпрямлена, не могу ущемление делать, потому что он руку выпрямил, вот, уходит, да, то я его этой ногой зажимаю. Отключаю плечо, отключаю руку, натягиваю на себя и делаю болевой в таком случае, в таком виде. Ну, в принципе, то же самое, аналогично. То есть, аналогично, в эту сторону вот он скидывает, да. Я руку на себя натягиваю, ногой плечо зажимаю, руку на себя, и тоже болевой получается. Понятно. Тут еще момент есть, смотрите, ну это просто. Мы пока, наверное, не будем отрабатывать. Ну, скоро будем. Это бывает такое, когда он выкручивается, локоть выдергивает, да. И вот у меня попадает вот эта рука. Тоже такой бывает момент. У меня были такие случаи. Вот, берем то же самое. На себя натягиваем, ножки скрещиваем. На себя ножками. И вот он сдался. И на себя. Вот он ущемление получается. Тоже вариант очень хороший. Еще такие случаи бывают, когда он ногу мою какую-то, да, забрал. Да, то в принципе тоже ущемление. То просто на себя. Вот, на ущемление. Или аналогично, если вот. Забирай, да. То же самое. Тут я могу еще голову вот так вот положить. И вот, соответственно, ущемление. Понятно, да? Ну, сейчас будем отрабатывать потихонечку. Уход. Переход на либо рычаг, либо ущемление. Понятно, да? Все, отжимаем.